Let's do it. Составляем текст приглашения. Очень важный пункт, потому что некоторые люди говорят, вот я приглашаю, а на меня не реагируют, все отказываются. Ну, извините, конечно же, вот я тоже в скайпе уже очень долго, много общаюсь. Такие портянки иногда присылают, что их не то что читать, их просто противно даже, что тебя заваливают вот такими непонятными сообщениями. Какие-то смайлики, что-то все прыгает, мигает. Во-первых, это очень длинные тексты. Миллион ссылок в одном предложении. Да никто это никогда смотреть не будет. И вообще это, эти предложения игнорируются сразу и раздражают. Вот. Теперь, как составить правильный текст предложения, который работает и начинает подключать вам людей. Значит, первое важный момент. Текст предложения, приглашение должен составлен быть лично вами. Вы должны отработать свой путь. Вы должны составить свое предложение. Это предложение должно быть составлено от души. Передайте в предложении то, что вам хочется передать всему миру. То, что вам хочется кричать на весь мир. Вот вы познакомились со Skinny Body Care. Чем хороша эта компания? Какие вы эмоции испытываете? Какие вы чувства испытываете? Что вы в этом видите? Почему вы это делаете? Почему вы рассказываете другим людям об этой компании? Что вас заставляет это делать? Что вы там нашли интересного? Какую изюминку? Вот составьте в вашем предложении. Он не должен быть большой. Это может быть просто взрыв эмоций, да? Например, просто супер бизнес или революционный бизнес, да, ну это я к примеру говорю, вы можете такие вот короткие предложения делать, и они будут гораздо эффективнее работать, чем вот эти портянки непонятного происхождения. И самое интересное, что как вот один написал там с ошибкой, у кого-то там составил, или с сайта прям скопировал, и так начинается эта передача, и мало того, что еще и вместе с этими ошибками вообще даже человек, сам тот, который передает текст, он его даже сам не читал и уже передает. Но это вообще грубейшие ошибки. И энергетика чувствуется таких текстов. И сразу просто вас хочется отправить. Просто подальше погулять. Поэтому в нашей компании тоже полно таких людей, которые вот занимаются такой ерундой. Поэтому их тексты не работают. Когда вы составите лично сами текст, он будет от души написан, с вашим видением, с вашим представлением. Даже если он будет длинный, он будет все равно цеплять. Это я вам говорю на 100%. Конечно, приглашение должно быть короткое. Оно не должно быть длинное, чтобы человек... Ваша задача, как говорится, текста, это чтобы на него человек взглянул и сразу понял, значит, что там написано. Чтобы он не вчитывался, не разбирался и не читал. Когда вот эти много-много предложений, особенно они, если все слитные, знаете, друг за другом идут, не без абзацев. То есть в абзаце максимум 3 предложения, коротеньких. Вот. Но лучше всего, если у вас ваше предложение составлено в одном коротком тексте. И сразу ссылочка стоит, допустим. Заходи здесь там бесплатное горячее питание, да? Вот. Или... Значит, ну, текст такой, который следующий как раз пункт, он должен интриговать, он должен заинтересовывать, и он должен вызывать у человека интерес. Что же это такое? Вот как вот вирусы распространяют по скайпу, например. Вот сейчас вот жесточайший вирус в скайпе ходит, он просто уничтожает весь комп. Это пишут, значит, посмотри на эту фотографию Путина и ссылку дают, и наши любопытные граждане, они сразу начинают кликать, и все, и на эту ссылку кликнул и загрузился на компьютер очень хороший вирус, там их штук 100 сразу вам загружают. Вот. А вот это простое любопытство, да, посмотри на Путина, какая у него физиономия, или посмотри на а вот что вот на этой фотографии. Ну вот такие вот тексты. Поэтому это наше приглашение, оно должно быть очень коротким и интригующим. Я недавно делал, значит, рассылочку, у меня давно уже, значит, сначала первую сделал, она у меня отработала, да, и начал сделать вторую.
Вот, нажимаешь на кнопку, получаешь 1000 долларов. Написал, самый простой бизнес. Нажал на кнопку, получил 1000 долларов. Как вы представляете, сколько было отзывов по этому предложению. И самое главное, переходов было полно, и люди-то ведь смотрели, и они же подключались. Ведь наша задача в предложении, чтобы человек нажал на кнопочку и посмотрел видео. И я еще подписал, посмотрите видео до конца, потому что про кнопку говорится в конце. То есть задача моего предложения была выполнена. Человек посмотрел ролик, он получил информацию. Вот и все. Дальше, предложение должно призывающее к действию. Вот как раз это мы говорим о том, что в предложении вы обязательно укажите, что ему делать дальше. Вот он, например, вы ему прислали, посмотри новое предложение по бизнесу, к примеру, да, и после ссылочку свою дали, и в конце написали. После просмотра ролика обязательно досмотри до конца. После просмотра возьми экскурсию. И ты посмотришь там, как за тобой будет строиться сеть. Вот, то есть в предложении вашем должен быть призыв к действию, то есть конкретно. Значит, посмотри, допустим, посмотри этот ролик и свяжись со мной. Или посмотри этот ролик и обязательно зарегистрируйся. Ну, вот такого характера. Значит, если у кого-то проблемы с составлением текстов, вы можете мне на Skype присылать свои приглашения, я их корректирую и довожу до рабочего состояния и вам обратно отправляю. Совершенно бесплатно, поэтому вы можете воспользоваться этим шансом. Значит, следующее. Предложение должно быть заметное. Да, его необходимо как-то выделить от основного текста. Ну и, соответственно, может быть, там 1-2 каких-то мигалки какие-нибудь, смайлики сделать, но не всю страницу, когда смайлики одни присылают, или как-то его выделить, допустим, пробел, 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 потом опять, значит, ваше предложение, потом опять пробел, пробел, или там какие-то подчеркивания такие, то есть, ну, как-то, чтобы оно было, чтобы оно выделялось, то есть, это вот важный момент. Let's do it.